Я даже сама свой борщ всегда варю по-разному. Даже не то, чтобы разные хозяйки варят по-разному. Одна и та же хозяйка варит по-разному борщ. Уже даже ручки подмерзают. Уже и шапочку даже надену. И одену свой зимний прикид уже, наверное. Все, теперь мне точно, я точно не замерзну. Класс. Капюшон еще рано надевать. Но шапку я надела. Кто-то пишет, да есть у нее там туалет, есть у нее там душ. Кто-то пишет, да нет, она не показывала. Какая-то такая вот липкая масса черная. Она повсюду, она вообще везде. На столе, на диване, везде кругом. Всем доброе утро, девочки мои. Сегодня у нас похолодало. Плюс 3 градуса. Солнышко вот только вылезло, но я смотрю, что там вот пасмурно. Там что-то какое-то облако темное. В общем, и очень сильный ветер. Смотрю я на белье, которое трепыхается напротив. Ну, сегодня порывы до 18 градусов. Мне даже окно открывать неохота. В общем-то, симпатично, что солнышко светит. Но то, что холодно и дует ветер, это плохо. На завтрак я заварила кашку овсяную, как всегда. Кофе заварила. И у меня размораживается вот тут кусочек свинины, мякоть. Буду варить борщ сегодня. Ну что, девочки, вот и у нас похолодало. Сегодня из-за того, что сильный ветер, ощущается как -1 вообще. Но даже в комнате ощущается ветер все-таки. Все равно, хоть и окна хорошие. Даже в комнате прохлада ощущается. Утром что-то я сегодня с неохотой вылезла из-под одеяла. Это сразу уже такой звоночек. Да, пора доставать зимние вещи. В общем, я сейчас сварю борщ. Я уже поставила варить мясо. Пока оно будет вариться, сейчас сделаю зажарку, нарежу овощи. А потом надо достать мне уже зимнюю одежду, приготовить, потому что если я сегодня, а сегодня мне придется, наверное, выходить на улицу, то уже буду одевать уже все, зимние ботиночки и пальто зимнее новое свое. Так, ну и что? Что сейчас? Вот возле печки сижу, прям тепло, одела даже теплый халатик. Ну а сейчас займусь овощами. В общем, сейчас будем делать зажарку, приготовим борщ. А потом за хлебом надо, кстати, сходить. Либо самой сходить, либо мне, наверное, может быть, или доставку заказать. Но я еще посмотрю. Если на доставку есть что еще заказать, то тогда будет видно. Ладно, девочки, давайте уже начнем борщик варить. Сделал дело, гуляй смело. Потом все остальное. Пока у меня мясо варится отдельно, пусть оно варится, я буду борщ готовить в мультиварке. В общем, сейчас пока зажарку порежу, всю зажарочку подготовлю. В общем, я все это почистила, уже и картошечку почистила. И я решила, что в мультиварке что-то мне захотелось в этот раз приготовить. Сначала я там сделаю зажарку. Сначала коренья зажарить надо. А потом у меня там есть замороженные помидоры и болгарский перец. И в зажарку я кину еще помидоры, болгарский перец уже, когда коренья будут готовы почти. И уже когда будет зажарка почти готова, тогда я туда закину картошку, залью горячей водой. В общем-то, я туда и мясо добавлю, но бульон мясной я, наверное, не буду все-таки добавлять, что-то мне не хочется. Я обычно интуитивно все готовлю. Иногда хочется, иногда не хочется. Так, ну все, девочки, сейчас я немножко порежу, тут нарежу. Так, ну, свеклу, морковь я уже нарезала. Сейчас лук дорежу и закину это в мультиварку, но включать пока не буду, потому что я хочу, чтобы у меня уже будет, когда почти готово мясо, когда оно почти сварится, ну или даже уже будет просто мягкое, тогда уже я включу и буду уже делать зажарку спокойно. Мясо еще не готово, зажарка будет сохнуть потом. Так, я пока все это остальное подготовлю, порежу. Капусточку накромсаю, все будет у меня готово. Так, все, я это закину сейчас сюда. Пусть оно там у меня лежит. Пока. Даже закрою крышкой, чтобы оно не сохло. Так, ну что, продолжим.
Картошку уже подготовила, капусту подготовила, зажарку включила. Мясо уже скоро будет готово, оно уже варится достаточно. Обязательно люблю я, чтобы в борще были свежие помидоры и перец болгарский. Перец болгарский в любом виде, хоть замороженный, как вот у меня замораживаю я, хоть сушеный, хоть какой-нибудь. Потому что перец болгарский, он дает свой такой аромат приятный. И вкусно тогда больше получается. Чесночок обязательно надо положить. В конце, в самом-самом конце уже, когда зелень, даже после зелени. Потому что чеснок, он должен, собственно, только закипеть и все. У меня замороженный перец, вот я его почистила. И его сейчас тоже туда добавлю. Так, у меня начинается жарко. Надо помешивать. Сейчас возьмем лопаточку. Вот это все помешивать будем. Так. И все. И вот, мне кажется, зажарка все-таки... Какая будет зажарка, наверное, такой и борщ. А вообще, вот на самом деле, правда говорят, что борщ каждая хозяйка варит по-своему. Мне даже удивляет, когда пишут в комментариях, что не так я борщ варю, что-то не так делаю. Я даже сама свой борщ всегда варю по-разному. Даже не то, чтобы разные хозяйки варят по-разному. Одна и та же хозяйка варит по-разному борщ. Ну, во всяком случае, его про себя точно могу сказать. Потом он всегда получается еще разный. Вот в мультиварке он один, на плите он другой. Но бывает просто на плите нет времени стоять над плитой. В мультиварке как-то вот, не знаю, быстрее. Вот если так все подготовить заранее, как я это подготовила, то тогда уже просто можно там периодически посматривать, подкидывать, что нужно. Очередность продуктов и все. Так, у меня, собственно, все готово. Чеснок есть, лавровый лист подготовила. Зелени у меня там немножко, сушеная, наверное, добавлю. И наверное, еще добавлю чуть-чуточку вообще томатной пасты, потому что помидорчик один, этого, мне кажется, маловато. Вот. И все, сейчас пока немножко обжарится у меня зажарочка, так уже когда смягчатся овощи, тогда я закину вот это и вместе потушу, потом пойдет картошка. Все, я закинула туда помидоры, болгарский перец и томатную пасту. И пусть оно теперь еще вместе все подготовится. Все, я закинула картошечку, мясо. Залила это все бульончиком. Решила залить бульончиком, потому что он у меня такой светленький, хороший получился. Ну, при том, что первый бульон я слила. А так бы, если бы не слила, ну, тогда бы кипяченой водой залила. А вообще, я добавлю кипяченую воду, если потребуется. Но я хочу немного борща сварить на этот раз. Так, у меня здесь только укроп. Петрушки нету. Но петрушку я сушеную закину. И все. Значит, пока вот это у меня варится, можно уже закинуть лавровый лист. Посолить можно. Добавить какие-то, может быть, приправы. Ну, вот эта приправа для курицы. Я ее добавлю. Это то, что я брала в светофоре. Она придаст нужный вкус. Ну, так как эти приправы слегка подсолены, кстати, хочу сказать, они подсолены очень даже слегка. Прямо совсем. Смесь чили-перцев. Этого чуть-чуть добавлю немножко. Немножко. Так, ну и можно добавить... букет перцев. Тоже чуть-чуть. Все. Ну и попозже я попробую на соль. Добавлю соли, сколько это необходимо. Так, что у нас тут? Помешаем. Закрою крышкой, пусть оно поварится чуть-чуть. Ну, когда картошка будет готова, тогда уже кину капусту, в общем-то, все остальное. Попробовала картошка, у меня уже почти готова. Я добавила туда капусту, а сейчас долью водички, сколько нужно. Может быть, столько и хватит. И все. И пускай оно еще варится, потом попробую на соль, сколько соли не хватает, я досолю. В
уже когда все будет готово, потом уже чеснок, зелень, все. Все у меня будет. Я думаю, может быть, и хватит. Я не хочу слишком много, чтобы было у меня борща. Вот и все. Борщ почти готов. Пускай варится капуста. И все. Ну вот и все. Мой борщ теперь окончательно готов. Закинула я чеснок и выключила. Пахнет очень вкусно. Ой, вышла я на улицу, девочки мои. Решила пока не одевать зимнюю одежду. Думаю, пойду на разведку схожу. В магазин надо хлеба купить. В хозяйственный зайти. Ну, пока открыт, вроде должен быть. Лампочка нужна. Надо прям две взять. Или, я не знаю, прям с запасом. А то ж все закрывается периодически. Ой, какие цветочки красивые. И тут цветочки. И тут цветочки. Но у нас вообще сегодня должно быть минус 4 ночью. Наверное, цветочкам уже наступит хана. Так, ладно, иду в магазин. Так что я хотела сказать. Решила пока не надевать зимнее пальто, ботинки, шапку. Ну, у меня, если что, капюшончик вот есть. Раз, если подует. Но морозно. Все-таки морозно уже на улице. И все. Так что я сейчас быстренько-быстренько занырну туда-сюда, куда мне надо. А вечером за Настей пойду. Уже даже ручки подмерзают. Уже и шапочку даже надену. И одену свой зимний прикид уже, наверное. Все. Тепло закончилось. Теперь у нас вот с сегодняшнего дня, можно сказать, уже зима. Вообще в этом году что-то рановато. Ноябрь еще до середины не дошел. А уже так холодно, уже снега выпадают. Ну что делать? Климат меняется. Девочки, пришла с магазина. В общем-то, я замерзнуть не успела. Но хочу сказать, ветер как подует морозный. Так что сегодня вечером уже точно надо одевать зимнюю одежду. И что я купила, сейчас вам покажу. Зашла после пятерочки в ларек, чтобы добрать картошку. В пятерочке взяла картошку, там сеточка одна была неплохая. Ну, в ларьке, может, чуть дороже, зато я выбрала прям очень хорошую картошечку. Так, по 900 рублей килограмм орешки. И 200 рублей, по-моему, килограмм кишмиш. Или 140. Не знаю, в общем, за все это заплатила 315. А в пятерочке взяла батон с отрубями. Немножко помидор. Вот цветная капуста появилась. И взяла панировочные сухари. У меня их мало. Кефирчик. И туалетную бумагу. Взяла одну. Они говорят, берите две. Две по акции получается. Ну, очень здорово. Очень хорошо. И вот такую картошку я взяла в пятерочке, но там была только одна вот такая сетка. Рассыпная картошка плохая. Поэтому я уже добрала вот такую еще в ларьке. Ну, в общем, прекрасно. Все. О, еще ж купила я лампочки. Вот такие лампочки у меня в люстре. Беру помощнее. Ну, они LED светодиодные, так что они немного берут электроэнергии. А вот это у меня в настольной лампе. Там тоже хочу поменять. Сейчас поменяю лампочки. Все, девочки, в садик собираюсь, наряжаюсь. Одела новое пальто. Тут уж точно нигде ничего не продует. Новая шапка и штаны, и ботинки мои. Так, и сумочка сюда очень даже хорошо подходит. Короче, я на стиле, девочки. Класс. Здорово. Все. Теперь мне точно, я точно не замерзну. Класс. Капюшон еще рано надевать. Но шапку я надела. Внизу у меня ботиночки мои, эти, которые я покупала прошлой зимой. Вот такая. Челка отросла, правда, уже в глаза лезет. Надо ее спрятать куда-то. Ладно, классная пальтишка. Вообще я довольна. Все, девочки, я с машины взяла сметану, молоко. Я смотрю, вот тут на светофоре у нас на конечной, напротив пятерочки поставили башкирский мед. И там вот разный мед. Мед есть. Но у меня мед есть, мне не нужно. Ну, вообще, если кому нужно, чтобы знали. Вот он, светофор у нас тут. И поставили вот этот вагончик. Здорово, классно. Так, ну все, я бегу, бегу за Настей, мчусь. Все, мы с Настей пришли с садика. Купила я с машины молока 2 литра,
сметану пол-литра. Сметана прям, ну не знаю, очень сильно люблю. И у них же взяла буженинку. Попробую, что она на вкус себе представляет. Вот, ну и с Настей мы набрали пирожных. Ну я вот такие люблю. Она вот такие-такие. В общем, короче говоря, сын мне сегодня скинул немножко денежки и сказал, купите пирожное и... Насте купи пирожное, покушайте сегодня пирожное. Ему так захотелось. Он нас угощает с Настей пирожным. Спасибо, сынок. Все, мы с Настюхой посмотрели YouTube. Ролики там смешные. И мультики теперь смотрим. Да, Настюха, пирожного наелась, теперь бутерброд. Бутерброд с маслом, с сыром. Давай быстрее дай-дай, и уже тебе пора одеваться. Мама твоя уже здесь рядышком. Доброе утро, девочки мои. День следующий. Так, на градуснике плюс 4. Но я вижу, что погода солнечная. И ветер. Ну, ветер есть. Листики шевелятся. Но не такой сильный, по-моему, как вчера. В общем, свежо на улице. Там у нас люди на улице внизу громко разговаривают. В общем, классно. Вот видите, уже листочки слетели. Видно Дон. Хорошо видно Дон. Классно, да? Я сегодня выспалась. Все хорошо. Ну, видите, вот от погоды, наверное, зависит. Что-то у меня вчера укладывалось, сегодня у меня уже торчит все в разные стороны. Вообще, вчера одевала шапку, девочки. И, конечно, вот у кого есть челка, или у кого нету челки, и думают челку себе подстричь, не подстричь. Вот то, что ее постоянно нужно поддерживать, постоянно там подстригать туда-сюда, это как бы одна проблема. Но вот когда начинаются шапки, вот почему я ужасно не люблю эти шапки, потому что шапку надеваешь, хоть так уберешь челку, хоть туда ее, сюда, она потом становится уже какая-то другая, прилизана, ни туда, ни сюда. Вот я уже вчера с шапкой уже поняла, что у меня челка отросла, ее пора стричь. Вот, но здесь я стричь пока не хочу, немножко хочу, пускай отраститься волосы, потому что чуть-чуть я хочу немножко сзади там поменять. Летом я коротко зад стригла, сейчас чуть-чуть я там отпускаю, поэтому сейчас вот в парикмахерскую не тороплюсь, но челка мне скоро выведет из себя, и, наверное, пойду я, может быть, челку только подстригу. Ну, ладно, будет, дальше будет видно. Сегодня видео новое у меня вышло. Я уже почитала комментарии, один комментарий, мне интересно, я сначала его прочитала, но как-то вроде пропустила. Где вы моетесь? Одного подписчика интересует, где вы моетесь? У вас что, нету туалета, душа? Вот вы что, у вас общий туалет, душ? Ну как, у нас многоквартирный дом, где у нас может быть? Когда было здесь раньше общежитие, был общий душ, но туалеты все равно были свои. Вот это хорошо, что у нас гостиного типа, что у нас вот и своя мойка есть, свой туалет есть. Поэтому в туалете я сделала себе душ. Кто-то в туалете разломал стенку у меня с той стороны стены, когда я делала ремонт. Кто смотрел видео, там у меня кладовка. Заложили там кладовку, здесь открыли стену и поставили маленькую ванну. Кто-то просто сделал как душевую, типа как кабину. Но мне это ни к чему. В общем, меня вполне устраивает это. Мне кладовка нужнее, так что кладовка у меня есть. И в то же время у меня есть душ в туалете. Ну, кому это любопытно, я сейчас покажу. Самое интересное, что под этим комментарием, я смотрю уже 6 комментариев. Кто-то пишет, да есть у нее там туалет, есть у нее там душ. Кто-то пишет, да нет, она не показывала, только показывала дверь. В общем, девочки, ну, я не думала, что это такое место, которое вот вам интересно его показать. При том, что у меня там не супер-пуперский ремонт, но там обыкновенно у меня на стенах такие вот пластиковые панели, на полу у меня кафель и слив. И что? И сделали там смеситель, в общем, душевой этот, как он называется, ну, душевая эта штука, короче говоря. Ну, ладно, сейчас я вам просто коротюсенько покажу. Хотя я там специально не прибирала для видео. Вот. Но у меня там, в принципе, всегда поддерживается чистота. Кому любопытно, посмотрите, что у меня там. Ну, мою мойку вы уже видели. Тут у меня дверь. Ну, я закрасила краской, потому что уже так намертво прикручено вот этот вот туалет. Ну, открываем дверь. Вот у меня здесь в полу, видите? В полу у меня тут слив. Да, кстати, мне кто-то даже давал совет, как вот эту желтизну вокруг унитаза убрать.
Вот, поэтому вот зря говорите, что я не показывала. В общем, в полу слив, панели эти, конечно, уже давно висят, поменять надо. Полотенчика у меня тут висит. Вот тут у меня душик, вот он. Его можно сюда вот повесить, если нужно. Но я его вешаю редко. Вот так. Потому что голову я привыкла мыть уже ну, в умывальнике там. А здесь я просто душе омываюсь. Ну все, все у меня на полочке. Тут нужные стоят мои шампуньки, бальзамчики, гель для душа, полотенчика. Ну вот так вот все. Унитаз закрываю. Иногда могу тазик туда поставить, если мне хочется с тазика поливаться. И, в общем, такой у меня простой вот обычный туалет, душ. А вот эту стенку можно было бы разбить и сделать там душевую кабину, но я не хочу, мне это не надо. Ну что, я удовлетворила ваше любопытство. Теперь не говорите, что я не показывала вам свой душ-туалет. Да, конечно, кто-то сейчас начнет писать, что там требуется ремонт, там нужно панели заменить, там нужно то, сё. Я все это прекрасно знаю. Но там дело в том, что я вот когда захожу туда посмотреть, вот казалось бы, там площадь небольшая, там, да, что там делают? На самом деле там очень трудоемкая, там даже не столько вот как бы денег нужно на эти материалы, сколько нужно много сил и времени, чтобы вот этим всем заняться. Во-первых, эти панели надо содрать, они там на клею сидят намертво. Я уже не помню, когда их клеила, и такой клей, который, ну вот видите, до сих пор ничего не отклеилось. То есть это надо вот все сдирать. Потом нужно будет там вот это вот желтизну все это убирать. Унитаз у меня, ну, как бы сказать, не супер новый, но вот когда я делала ремонт еще до этого, когда лет 10, наверное, назад, да, по-моему, тогда я меняла унитаз, да, точно, я меняла тогда унитаз. Ну, в общем, короче говоря, там много очень нужно вложить труда, много сил. И, в общем, я когда на это смотрю, думаю, боже мой, где этих сил взять, и труда, в общем, ну и, соответственно, и деньги нужны, и все. Ну, это как бы отдельная тема, но я пока там еще терпимо, и я пока, мне еще пока нету сил, но я думаю, что когда-нибудь я соберусь и сделаю это. Там, в принципе, нужно, в общем-то, порядок стены привести. Там, ну, надо будет уже со временем все равно, 10, если 10 лет уже смеситель повисел, то уже, естественно, там, ну, он не течет сейчас, слава богу, да, все равно нужно будет там все менять, вот это что-то там, трубы где-то надо будет отделить, они у меня не утоплены, они у меня как поверх стены. Ну, в общем, не буду сейчас перечислять, что там нужно делать, ну, в общем, много там работы. Вот, поэтому пока что сейчас вот я облагородила комнату, да, сделала в этом году ремонт, и я очень рада. Здесь в кухне все нормально еще, и туалет пока тоже пока потерпит. Вот, ладно, вернемся к нашим баранам, к нашим насущным делам. Сегодня я за Настей не иду, Настя сегодня Наташа забирает. Значит, я сегодня дома. Еды у меня полно. Вчера я приготовила борщ, позавчера я приготовила макароны по-флотски. Молоко вчера купила, кашку манную сварила. В общем, короче говоря, готовить я сегодня ничего не буду, потому что нужно есть то, что уже есть. Вот, но я решила сегодня перебрать Настюшкины игрушки. Я ей там в фикс-прайсе покупала много всяких разных увлекательных занятий. И кое-что я хочу уже перебрать и выбросить. Я думаю, перебирать я буду это вместе с вами. И заодно я вам скажу, что из этих игр, ну, как развлекашечек, что из них стоит покупать в фикс-прайсе, а что не стоит, что я прям хочу сейчас сразу выбросить и почему и по какой причине. Ну, пойдемте разбираться. Вот здесь специально я для Насти выделила полку, где тут лежат все ее альбомчики, книжечки, всякие разные игрушечки. Сейчас я все это достану и посмотрим. Так, я тут, в общем-то, пытаюсь уже разобраться. Значит, у меня здесь есть пазл, но этот пазл я собрала один раз, второй раз уже не хочу. И я его подарю кому-нибудь. И Насте вот этот пазл будет слишком сложно собирать. Это я уже по себе знаю. Я его пока отложу. Дальше у меня тут детские книжки. Детские книжки тоже я. Ну, это Наташа давала. Но я либо ей верну, либо кому-то отдам из детей. Насте это уже не интересно.
Цветная бумага, она нам пригодится, будем делать подделки. Ну, это тоже Настя иногда собирает, это мы оставим. Так, вот это Настя вроде делала, но не доделала. Так, тут внутри еще есть такие штучки, которые вот она приклеивала. Но я думаю, что это тоже надо еще оставить, это она еще будет делать. Значит, что еще? Вот это вот наклеечки, вот такие вот наклеечки, это фикс прайс я брала. Это вот такие наклейки, они вот тут в коробочке. И их можно уже выбросить, потому что Настя их уже наклеила и уже все, потеряла к этому интерес. Это на выброс. Вообще тут надо кое-что, да, лишнее поубирать. Большая раскраска. Настя тут что-то раскрашивала, но еще тут много нераскрашенных картинок. Вот она тут уже раскрашивала. Поэтому это я оставляю. Это будет еще. Так, это туда. Дальше, вот это что? Набор для творчества. Трафареты, наклейки, раскраска. Значит, здесь то, что было. Трафареты. И вот это. Это она уже использовала. Раскраску она еще не раскрасила. Вот только два. Два раскрасила листа, эту не до конца. Тут еще много чего есть раскрашивать. Значит, я... Вот эти ненужные листы я вырву. Вот. Все, трафаретов больше тут нету, но раскраска остается. Что еще я вам хотела показать? Так, три альбома уже у нее. Но два уже подзакончились. Там, ну, правда, там еще есть листы. Я смотрю, вот она тут уже неплохо рисует. Тут какая-то команда в юбочках. Это, наверное, она свою команду нарисовала на тренировке. Что-то кто-то поздравляет. Ну, в общем, интересно. В общем, здесь еще листы чистые есть. Поэтому я этот альбомчик оставлю. И во втором еще тоже листы есть. И новый уже еще купила ей. Так что эти альбомы... Притом, знаете, я думаю, что со временем... Я помню, что моя мама показывала мне спустя там какие-то годы, показывала мне мои рисунки. И я думаю, что их можно даже эти альбомы сохранить. И через какое-то время, через год-два, может быть, даже Насте самой интересно будет посмотреть на свое творчество. Вот. Так что это я оставляю. Игры в блокноте я брала в фикс прайсе. Ну, во что-то мы с Настей поиграли, но из 8 игр, некоторые даже я сама эти игры не знаю. Тут виселица, крестики-нолики. Это вот я вообще еще не знаю, не играли мы. Какие-то игры мне даже не знакомы. Но это еще пока не на все игры, в общем-то, Настя еще созрела. Так что это пусть пока еще полежит. Так, ну эти трафаретики тоже могут пригодиться. Вот, что меня больше всего бесит. Это я прям хочу выбросить. Потому что Настя, когда последний раз это достала, меня аж передернуло все. Вот эти вот... Видите, черным замазанные картинки. И их надо там палочкой, ну, монеткой быстрее получается снимать. Вот это вот снимать покрытие. И чтобы там нарисовалась вот картинка, как здесь, например. Но дело в том, что вот этот вот черный уголь, или что это такое, вот какая-то такая вот липкая масса черная, она повсюду, она вообще везде, на столе, на диване, везде кругом. Она прилипает к рукам, и, в общем, потом надо по локоть мыть руки, и потом нужно вымывать все это вокруг. И вот этой вот, не знаю, как это называется, гравюра, раскраска, ее бы можно было бы на улице, вот только если ребенок во дворе сел, и чтобы там уже вот это пусть летит. Но в квартире, конечно, это жесть. Я эту гравюру выброшу. Больше такое покупать я не буду. Ну, вот этот вот пазлы детские. Я не знаю, Настя так собрала несколько раз. Но как-то я смотрю, быстро теряет к этому интерес. Но пока что я это оставлю. Я еще у Насти спрошу. Если ей оно не нужно, значит, тогда... Или выброшу, или отдам кому-то, да? Так, что у нас? Ну, краски у нас еще в нормальном состоянии. И вот пластилин и коврик для пластилина специально я кладу, чтобы она тут могла раскатывать какие-то вот шарики и все. Так, ну вот это все я оставляю. Вот самое главное, гравюру, это я хотела выбросить 100%. Гравюру такую даже
в квартиру не советую вам, девочки, покупать. В общем-то, немного выбрасываю, но главное, что сейчас порядочек наведу, и то, что уже не нужно, нужно просто в стороночку отложить, чтобы оно, чтобы быстрее можно было найти то, что нужно. Вот, ну, из того, что там на полке лежало, это все. Есть, конечно, что-то, у нас там стразики лежат отдельно, потом у нас еще доска, на которой Настя пишет, она лежит в коробке отдельно. Вот, ну, с этим уже разобрались. Девочки, села я обедать. Борщ, хочу вам сказать, у меня великолепный получился. Мясо прям тает во рту. Он такой классный, вкусный. Но самое главное, что я хочу вам показать. Вот вчера я купила сметану. Вот как раз вот какую сметану я люблю. Когда она вот так вот тянется. Когда она не сильно густая. И вот когда она тянется, она такая вкусная, такая великолепная. Самая настоящая вот такая домашняя сметана. И я сегодня решила сметану эту не в борщ класть, а на хлеб намазывать. Получается просто супер, супер-пуперский. В прикусочку вот так вот сметанку есть. О, какая классная. То, что нужно. Самая моя любимая сметана. Ее ел бы и ел бы, и не отрывался. Вот когда тянется, тогда классно. Ну вот и все, мои хорошие. Я хочу видео на этом завершить. Достаточно уже сняла. И в принципе у меня сегодня планов уже как-то особо никаких больше нету. За нас все эти не надо. Значит, все, планы закончились. Хочу напомнить вам, что скоро уже не за горами у нас будет конкурс. Поэтому, кто еще не подписался, подпишитесь на канал. И давайте мы с вами приблизим дату проведения конкурса. Ну и, как обычно, ставьте лайк, кому видео понравилось, пишите комментарии. Комментарии я читать люблю, люблю на них отвечать. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Всем пока-пока!